Здравствуйте, дорогие мои друзья! Всегда любил новости на различных русскоязычных, украиноязычных, белорусскоязычных ресурсах, где выдумывают всяческую хрень. Например, ресурс «Русские Афины» выпустил вот такую интересную статейку «Windows 10 скоро умрет». И я, в принципе, знаю, откуда все это дело тянется. И, как видите, данная новость в топе в Гугле. Также есть еще один говноресурс, уже, в принципе, всем известный, который катает фейки практически ежедневно. Тоже «Windows 10 умрет». Вот, например, «Windows 10 новой сборки работает в два раза быстрее». Какой новой сборки? И тут начинается все тот же самый бред и история Windows 10, 15 год, ниже, короче, живые плитки, десятка провалилась, хотя мы знаем, что это почти под миллиард устройств, но в принципе это никого не касается, ребятам же нужно сделать фейк, и тут они пишут про какую-то мифическую операционную систему под названием Windows 10 Lite. Но мы-то знаем, что никакой Windows 10 Lite нет и не будет, будет просто Microsoft Lite OS. Ниже начинается настоящая вакханалия, где рассказывается, что эта операционная система вообще скоро десятку победит и убьет. То же самое и здесь. На русских Афинах продолжается вся эта чушь, что Windows 10 давно провалилась, давно она уже умерла, короче, и вот Lite победит. Я знаю, народ, на кого вообще эта хрень рассчитана. Рассчитана это на то, чтобы хайпануть за счет товарищей, которые используют Windows 8, Windows 7 и Windows XP до сих пор. Так вот, вот эту категорию людей я очень сильно уважаю, без всякой иронии, но вот они просто по десятке изводятся на говно. Нужно под каждым видео написать тонну комментариев, разные гадости написать. И тут вот эти два ресурса, вообще их много этих ресурсов, которые вот эту хрень вообще пишут ни с чем не связанную, решили они, короче, хайпануть. Повторяюсь, Microsoft Lite, операционная система, которая будет выпускаться под определенные устройства. На примере Chromebook. То есть Microsoft Lite будет конкурировать с Chrome OS и с Android. То есть на обычные ноутбуки или десктоп Lite устанавливаться не будет. И вообще она будет устанавливаться или на машины самой Microsoft, или на машины партнеров, которые заключат договор с Microsoft. Почему эта операционная система не будет называться Windows? Да по причине того, что какой дебил назовет следующую версию, допустим, Lite, одну версию, да, а вторая что? Жирлайт получается. То есть если одну версию называют легкой, значит он признает, что другая версия тяжелая. Логично? Также отмечается, что там будет совершенно другой интерфейс, который в принципе только относительно будет напоминать Microsoft Windows. Ну и скорее всего будут работать только UVP приложения, а Win32 работать не будут. Но помоечки продолжают выпекать такие новости регулярно. Особенно Akkad.com, уже знаменитый, русские Афины. Вот Akkad.com об этом сообщил как минимум несколько раз. Вот. Windows 10 официально умерла, новая сборка Windows победила обычную Windows и т.д. т.п. Тут также, видите, новость, 6 сентября 2018 года должен был умереть вообще интернет еще в октябре. Это, как помните, конец света в 2012 году. К чему я вообще заснял этот ролик? К тому, что очень много народу постоянно мне присылают подобные новости о том, что завтра закроют YouTube, а завтра конец света, десятка уже накрылась, Windows Lite всех победила, и мне хочется сделать своеобразное опровержение о том, что данные новости ничего общего с действительностью вообще не имеют. Ну и, ребята, жду вас в нашем Дискорде, ссылочка в описании. Спасибо за внимание, всего хорошего, не верьте в фейки.